В общем, у нас сегодня 14 градусов, потери. У нас не смогла на улице говорить. Ветер, хороший ветер такой. Ну вот, и так прохладненько. Но мы возвращаемся на озеро. Почему? Потому что, как я сказала, да, потеря с потерь. Мы забыли там вчера котелок. Ну вот не знаю, останется он, не останется. Ну а потом чуть-чуть побудем там и вернемся домой. Приехали мы на Куркинские озера опять. Ну вот столько пойдем сегодня. Палок-то берем сначала. Палок? Да. Это мы приехали опять за котелком, ну и выехали. С крышкой несет. Нельсон у нас непослушный. Ну вот 12. Нет, час дня. Да я сказал. Ну машин мало очень сегодня. Холодно. Молодец. Ну молодец. Вот этот котелок и эту лопату мы вчера забыли. Так. Вот за ним, а? Надо место занять. Ну пойдем займем сейчас. Давай вон туда, подальше, вон дерево. Помнишь, вот если прямо идти, такое дерево одиночное, вон где солнце. Вот так если идти. Иди за ним. Ну где? Вот так идти. Вот. Вот так вот если идти, вон деревце одно стоит, такое маленькое, тоненькое. Ну, вот а, вот там солнце? Да. Вот сюда, что ли, туда? Сейчас мы пойдем. Ну да, туда. Грязнуля. Бегает. А лягушек нет? Это вот носится. Приехали на шашлыке, вот прогулялиться. Мама, а что такое? Там что за дырки? В лесу? Угу. Потому что народу там много. И вот так наш Нельсик носится. Эй, Нельсик! Здоровый, очень здоровый. Это вот он в болоте чуть-чуть зашел, испачкался. Думаю, сниму для вас нашего Нельсика. Просто мы сейчас его вышли, потому что там детей много, и мы его, конечно, ну, привязываем, да, пока вот он к дереву пока образумится. А вот грудай, как говорю, пойду мужу, выйду его прогуляю, ну вот. Вот так нашему Нельсику нравится. Да, Нельсон? Нельсон! Красавчик! Красавчик, Нельсон! Это мы второй день ездим. Уже на озера подряд. Вчера у нас было тепло, но сегодня он холоднее, чем. Вчера 20, что было, сегодня 14 ветер, но все равно выехали. Хоть чуть-чуть поносился. Покажи. Да, девчонки? Покажи. Нельсон, ты куда? Нельсон! 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 Убежал. Пошли догонять. Очередные наши шашлыки. Вот так, видите, мы по-другому сегодня картошку сделали. Разрезали. Представляете, пока сидела в машине... Ой, блин. Андрюшка пшикнул сюда. Налил жидкости, так поняла. Или горелка своей. И, в общем, короче говоря, ветер подул в другую сторону. И вот туда, на всю траву, на дорожку. Наш все, что мне прожег. Говорю, слава богу, не прожег. Ну, видите. Но я все равно хочу картошку в печке. Вкусненько на костре. Такая картошечка у нас получилась. Ну, поджарилась чуть-чуть. Ну, ничего, вкусненько. Красивенько, зато было нарезано. Лайфхак от меня. Одни лайфхаки. Чего делать? Играю лайфхаки. Лайфхак от меня. Одни лайфхаки. Да нет, а чего же, да, вкусная картошка? Я помню, когда мы в детском секции, детско занимались секция, вернее, спортивное ориентирование. Мы вот ходили в походы.
И вот сюда была самая вкусная еда, картошка в углях. Наедимся, поболтаем и спать в палатке.